Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, мы с вами продолжаем играть в Arm Wrestling Simulator. И здесь, ребята, я супер круто прокачался. Я даже не ожидал, что не играя 2 дня, я смогу так сильно прокачаться. И это все благодаря моим подписчикам, которые мне передали вот таких вот питомцев, ребят. Ну, конечно же, не за бесплатно, я их купил за робаксы. Вот так вот они у меня выглядят, ребят. Давайте я вам сейчас покажу. Вот, нет, подожди. Нет, это я буду смотреть у всех остальных. Вот, ребята, вот такой вот состав из питомцев у меня сейчас. Хочешь получить робоксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робоксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд-сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. И на данный момент это самые классные питомцы. Ну, одни из самых классных. Есть еще круче. Конечно, вот здесь у нас в магазине появился донатский питомец, ребят, за 15 тысяч робаксов, 15 тысяч статов. Если его сделать Хьюгом, ребята, Войдом, плюс еще Гостом, там будет вроде бы 150 тысяч статов. То есть в 3 раза круче, чем, допустим, вот мои Госты, да, Блейзы, ребят. Ну и вот такими темпами, ребята, вот так вот я прокачиваюсь, смотрите, по 5,9 триллионов. Это при 80% буста. Поэтому, ребята, вот так вот я быстро прокачался. Ну и самое интересное, что у нас в топе, ребята, 3 русскоязычных ютубера. Это просто капец как прикольно. Смотрите, я, Димер и Роблером. И мы втроем, ребята, русскоязычные ютуберы, получается, победили, можно сказать, всех остальных. Потому что, смотрите, ребят, тут как бы в топе есть и другие англоязычные, ребят, ютуберы, которые вообще невероятное количество робаксов донатят в игры. Ну а мы, ребята, смогли добраться до 1-го, 2-го и 3-го места. Это очень круто, ребят, поэтому поддерживайте наших русскоязычных ютуберов обязательно, конечно же, потому что они для вас стараются, чтобы делать контент и все остальное. Поэтому, ребята, респект, респект всем русскоязычным ютуберам, кто продолжает еще прокачиваться, ребята, и доходит вот до таких высот, ребята. 1-е, 2-е, 3-е место, это, конечно, круто. Я был на 2-м месте, сейчас я немножко перегнал, получается, Димера, ребят, и сейчас я на 1-м месте. Но не знаю, что будет через день, ребята, поэтому посмотрим. Может быть, меня уже кто-нибудь, например, Роблером перегонит. Это мы с вами посмотрим завтра, послезавтра. Ну и, ребята, я, конечно же, жду уже следующее обновление, потому что эта локация уже, в принципе, надоела, ребята, и хочется что-нибудь новенькое увидеть. Но, как я понимаю, вот этого босса из 150, кто по силе, ребята, до сих пор не все вроде как могут победить. Давайте я сейчас вам покажу, как я с ним справляюсь. Ну, сейчас, в принципе, вообще, ребят, смотрите, без проблем мы с вами получаем по 1,6, получается, квинтиллиона, ребят. Давайте вот так вот еще раз попробуем мы с ним сразиться. Сейчас вообще без каких-либо проблем, смотрите, я могу, например, фармить себе победы. Но топ по победам, странно, что выглядит как-то очень непонятно, там получается у нас миллионники, а у меня, например, уже квинтиллионы, кто, у кого-нибудь может быть еще больше. Поэтому, ребят, вот топ по победам, я не понимаю, как он работает, я вам сейчас его покажу. Давайте мы вот так вот отменим, да, и вот так вот сделаем себе прокачку. Вот так вот я прокачиваюсь по 1,3 триллиона, ребят, но все-таки бицухой побыстрее будет прокачиваться, поэтому я только ей прокачиваюсь вот таким вот образом. И вот здесь у нас, смотрите, вот топ по победам, в прошлом видео я тоже прошел сюда и не понял, ребят, почему так. Смотрите, у меня 17 квинтиллионов, то есть это очень странно. Может быть, кстати, я здесь есть, давайте мы сейчас посмотрим. Не, ребят, меня здесь нет, к сожалению. Я не знаю, почему так, как он работает, этот топ, да. Вот здесь он был сначала, потом он у нас переместился в другое место. Ну и, конечно же, тут у нас какие-то мини-обновления, ребят, выходили. Вот когда разработчик какие-то мини-обновления делает, выкидывает с локации и перезаходишь, получается, на другой сервер, и у тебя как бы в руках стрёмная гантелька, и ты мало очень силы получаешь. И вот так вот можно вообще целую ночь прокачаться без вот такой вот хорошей гантельки. Вот, смотрите, кстати, Джуза прокачивается. Я сейчас ему передал своих питомцев, ребят. Давайте я вам покажу. Так, какой у него состав из питомцев. Вот, ребят, все питомцы, которые у него сейчас есть, это я ему передал, которые я своими силами, ребята, пытался, донатил, выбивал. Вот здесь вот в мутант-машине их крафтил, ребят, да, чтобы у нас были минимум рейнбоу они. И теперь он, наконец-таки, добрался до этой локации, ребят. Смотрите, теперь он вместе тут со мной прокачивает, с моими подписчиками. Кстати, ребята, ссылочку на випку я периодически обновляю, поэтому если
вы хотите вместе с нами прокачиваться на моей випке, то обязательно заходите на наш Discord сервер. Ссылочка, конечно же, будет в описании. И там будет раздел випка, ребят. Там я буду скидывать, где я играю, где я прокачиваюсь. Будем вместе с вами, конечно же, качаться и обмениваться там, не знаю, опытом, идеями и так далее. Так что, ребята, заходите обязательно на наш Discord сервер. Там почти уже, кстати, 2000 человек. Это очень много, ребята, и поэтому, может быть, будет даже еще больше. Так что не забывайте туда заходить. Вот, Джуз, смотрите, проснулся, пытается, наверное, боссов каких-то одолеть, да? Да, похоже, он с кем-то хочет подраться, ребята. А, нет, вот он, что-то тут встал, ребят, смотрите, и качается около этого босса. Ну, а я, да, ребят, сколько я, не знаю, неделю, наверное, не мог вот этого босса одолеть, да? Сейчас, конечно же, могу его с легкостью просто бам, и все. И без проблем я его уничтожаю, ребята. И знаете что? Мне кажется, что на этой неделе выйдет новое обновление. И можно, знаете, что поделать? Вот так вот попробовать выбить Спарка, ребят. Потому что этот Спарк, может быть, будет самый лучший питомец на данный момент. Да, давайте так попробуем пооткрывать, ребят. Потому что, в принципе, ну, у меня не так много, конечно, да, квинтиллионов. Ну, ладно, посмотрим, ребят. Я хочу хотя бы посмотреть, какой он по характеристикам, ребят. Потому что этот Спарк, он по-любому лучше, чем Блейз. Надо бы посмотреть, как он выглядит-то вообще, ребят. Смотрите, одни легендарки выпадают. Давай, давай, у меня еще 8 квинтиллионов есть, ребят. Вот таким вот образом я себе еще, наверное, 1050 рубаксов, ребят. Не, не 50, окей, нет, поменьше. 1020, наверное, сдонатил себе побед, чтобы выбить себе Блейзов, Спарков. А тут бас, обновление выходит с дюпом, ребят. И вообще все печальненько. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Смотрим, что у нас там, новенько что-нибудь есть или нет. Пока, скорее всего, я, ребята, ну, я даже не увидел то, что мне выпал вот этот самый последний питомец. Хотя, может быть, кстати, он и есть. Давайте мы все с вами вот так вот аккуратненько проверим, все внимательно посмотрим. И нет, походу, ребят, ничего у меня нет. Поэтому, ладно, вот этих всех, давайте, кстати, вот так можно закрафтить могу. О, кто-то закрафтился. Тут у меня закрафтился, но все равно у меня, ребята, видите, все 33 питомца, это у меня Ghost Blade, ребят, 50-тысячные. Ну и я вот такими темпами буду дальше продолжать прокачиваться. Я, кстати, не знаю, ребят, делать ли мне перерождение пока что. Скорее всего, я, наверное, дождусь нового обновления с новой локацией, а там уже надо будет нам полностью сделать все перерождения, потому что сейчас смысла нет, наверное, я думаю. Я пока как можно дольше попробую продержаться в топ-1, ребят, по силе. Меня, конечно, могут перегнать в любой момент, наверное, потому что питомцы у меня не самые крутые, ребят, есть еще и круче. Но, ладно, буду стараться держаться в топе, ребята, чтобы меня никто не перегнал. Ну, классно то, что у нас сейчас борьба, ребята, трех ютуберов русскоязычных, и это, блин, так прикольно. Так что, ребята, обязательно следите за топом, посмотрим, что из этого получится. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр, а я буду дальше прокачиваться со своими подписчиками на випке, и он вместе с Джузой. Всем, ребят, пока. Пока-пока.